Добрый день, друзья. Сегодня мы поехали подавать мои документы на ID-код, на идентификационный код. И сын меня привез сюда. Приехали мы в какой-то... Ух ты, что это за какое-то красивое что-то здание с золотой машиной. Приехали меня подавать, ставить на какой-то учет. Короче, на идентификационный код. Блин, я не врубаюсь, как тут надо ходить. Вот смотрите, на красный, чи на зеленый, чи что-то я не врубаюсь. Тут как-то чуть-чуть по-другому. Хотя вот тетя Мотя едет, наверное, и мне надо идти. Должна вам сказать, сложно. Сложно в стране, в которой ты ничего, ну, как бы не понимаешь. Сложно. Красивые домики. Тут же и домики такие, теремочки, тут же такие небоскребчики. А мы ехали, там самолеты летели очень прямо над головой. О, класс! Февраль и такое цветение. Ёлки-палки. Я полагаю, мы приехали сюда, в департамент чего-то. Мы на таком сайте заполняли документы.
Добрый день, друзья!
Сегодня мы поехали подавать мои документы на ID-код, на идентификационный код. И сын меня привез сюда, на Марину гулять. И вы знаете, он мне это когда-то все скидывал давно. У меня такое впечатление, что я тут уже была. Иду вот просто как по, ну, по местам в тех, в которых я уже бывала. Круто, впечатляет. И памятник, и вот этот вот авианосец огромный за моей спиной. Сейчас постараюсь на него войти. Идем гулять. Это Соединенные Штаты Америки. Это Сан-Диего. Как всегда, купила себе чепчик, потому что я без чепчика быть не могу. Это мой магнитик. Молодец.
прикольно, люди рисуют. Кружок по интересу. Это, насколько я понимаю, туалетик. И оказывается, в Соединенных Штатах туалеты бесплатные. Вообще общественные. И не по-моему, а точно, это именно и есть санузел. И мы в него пойдем. Заканчивая сегодняшнюю прогулку, потому как уже темнеет, и в темноте я не думаю, что снимать удобно. Такой себе кипарик, да, нормуль купила себе. В общем, сегодня я нагулялась. Жду, сейчас сын приедет, заберет меня. И что, завтра, в субботу вроде, мы где-то поедем. Он меня где-то, вернее, повезет. Он меня высаживает, а я блужу. В общем, до новых встреч. Тут прикольно.